Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 12 января, четверг. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В северных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10. Днем минус 1, плюс 4, в горах до плюс 9. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8, днем 1-3 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Карачаевске подвели итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победителей и призеров наградили почетными грамотами и ценными призами. Также был проведен телемост с победителями регионального этапа педагогического состязания в Грозном. На праздничном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Они являются самыми успешными и самыми лучшими в своем деле. Поздравления получили те, кто отдал свою энергию на воспитание и обучение будущего поколения. Это педагоги. Поздравил виновников торжества и вручил почетную грамоту победителям и призерам муниципального этапа заместитель мэра Карачаевска Азрет Караев. «Мы видим, что с каждым годом ваш профессионализм растет, и мы уверены, что вы и также будете достигать новых побед в различных конкурсах», – отметил он. От лица мэра Карачаевского городского округа, от лица всей администрации, жителей нашего округа хочу вам выразить благодарность за ваш нелегкий труд, за то, что каждый день из своей жизни вы отдаете на воспитание наших детей, нашего будущего, за то, что вопреки всему вы полностью отдаетесь тому той профессии, которой вы служите всю жизнь. Этот конкурс объединяет многих воспитателей детских садов, которые активно принимают участие, радуя своим педагогическим мастерством, подчеркнула начальник отдела образования администрации Карачаевского городского округа Эльвира Эдиева. Она также поздравила всех победителей конкурса «Воспитатель года» и вручила почетные грамоты и ценные призы. Конкурс профессионального мастерства объединяет лучшие педагогические кадры. Это яркие, талантливые, красивые, преданные своей профессии энтузиасты, готовые делиться своим педагогическим опытом. А конкурс – это всегда волнение, это вдохновение, это творческий азарт, это возможность продемонстрировать свой педагогический опыт и поделиться им в кругу профессионалов. Нам приятно, что нашу работу так высоко оценивают, но самое главное для нас – это благодарность наших учеников и воспитанников, отмечают победители, призеры межмуниципального этапа конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». Мне очень приятно оказаться в числе победителей. Занять первое место в конкурсе «Учитель года 2023» муниципального уровня. И я горда тем, что мне предоставлена честь защищать уже честь города на уровне республики. Конечно, переполняли чувство радости, когда объявили о том, что мы заняли первое место. Хочу сказать большое спасибо управлению образования за проведение таких профессиональных конкурсов. Также хочу сказать большое спасибо своему коллективу, своему руководителю за такую помощь, подбадривали, помогали. Для виновников торжества юные воспитанники школ и детских садов Карачаевского городского округа организовали небольшую концертную программу. Яркие выступления маленьких артистов порадовали всех присутствующих. Помимо этого, всех виновников торжества во время телемоста поздравил педагогический коллектив 60-й средней школы Грозного Чеченской Республики. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Далее информационный эфир в 9:00 продолжит Вести на абазинском языке. Затем смотрите программу абазинской редакции. В 14:30 Вести, Карачаево-Черкесия с Муратом Джанкезовым.
Оставайтесь с нами на канале «Россия».